Академия Наутика. В порте, располагается в порте Бенальмандена. Ну что, попробуем нырнуть разочек. Сейчас пока готовится там снаряжение, народ собирается. И на кораблике, я так понимаю, легкий дайв будет там вдоль скал. Ну а нам-то что, немножко намочить, как говорится, жабры, и радость будет. Современные технологии не стоят на месте. С местными товарищами общаемся через Google переводчик, потому что они не знают английского языка. Дали мне сейчас пароль от Wi-Fi, и через интернет я им пишу на русском, на Google переводчик, переводит на испанский, и все окей. К сожалению, показать не могу, потому что это на телефоне все происходит одновременно. Вот такие вот дела. Лодка прибыла оборудована к точке инвестирования. Оно! Нифига не понял. Ржачно. Общаемся. Мы оделись, собрались. Почему-то здесь все предпочитают пятнашки. Ну, не знаю. Вот. И самое главное, йоки-разъемы почему-то распространены. Ну, Дин мне сделали, вывернули здесь. В общем, я на Дине, на своем регуляторе свой взял. В аренду взял BCD, костюм и ласты. Не стал тащить. Остальное все, все свое, что ближе к телу. Сейчас собрались. Ну и потащим на корабль все. Весь этот став, тележка. О, сервис. Сервис идет. Байер. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que tener claro es que cada pareja tiene que estar pegado unos a otros, está prohibido uno allí y otro allí, es pegado. Con una boya. ¿De acuerdo? Si tiráis de la boya y tiráis, rompéis el cabo y se va la boya. Hay que soltar, coger, lo que sea. No se puede tirar porque se rompe. ¿De acuerdo? Y vais a ver la Virgen, vais a ir donde está el barco, 50 metros para un lado, y volvéis y otros 50 para otro y veis viendo las cosas. Para que disfrutéis un día. A ver si podemos disfrutar todo el mundo. Incluido yo. Boyas juntas, todo el mundo junto. Ahora llegamos allí y nos vestimos. Pareja uno, se viste. Como lo haya organizado. Los últimos ayudan a los primeros. ¿De acuerdo? Y así nos vamos situando cada uno en su sitio y luego diremos, venga, para abajo. Ahí está. ¿Alguna duda? Seguridad hoy. Seguridad, vais todos juntos de seguridad. Vale. Los últimos tienen que ir pendientes de todo el mundo. Bueno, si veis que subís. Del cabito no soltéis. Si veis que vais para arriba, alguien subirá el que le pasa. Vale. Pero no se puede ir solo. Solo está prohibido. Okay. Siempre. ¿Qué es visir? ¿Es instructor? Ok. Badge, my badge, instructor, ok. ¿Alguna duda? Nada. Брифинг на испанском языке нормально прошел. Будем нырять у скалы, как я понял. Глубины небольшие. Отходим потихоньку. С нашими амигосами. Капитан рулит. Как застегнуть сухарь самому? Первый раз такое вижу. Берешь, привязываешь кораблю, опа, и готово. Не сорвё. Нет, не пошло что-то. Por
banco a ver lo que es. Cuando lleguemos a donde la Guardia Civil, quedó quieto porque si no, no van a poder estar dando un número a nadie. José, que era el que tenía para notificar las cosas, ¿no? Un cortecillo ahí, no lo tiene. Hace poco, pero ahí tiene. ¿Hace poco o no tiene? ¿A veces esa? Creo que tú y te enseñaré mucho. Выходим из Марины, выход на выходе заправка. А вот там впереди выход. Одеваемся, а я пока прекращаю воздушную съемку, буду одеваться. Thank you.
вынырнули, заходим в гавань, разгрузимся, сейчас переоденемся, ну и будет первое впечатление. Обменяемся с парнями контактами на Фейсбуке. Поставлено.